скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Вытерла. Да, все. Ой, какое у меня сегодня легкое дежурство. Надо было только пыль вытереть, цветочки на окне полить. И вот, посуду вымыть. А я уже все сделала. Так хорошо. Теперь до самого вечера, до самого ужина можно идти играть. Пойду покачаюсь на качелях. Или... Точно! Сбегаю в гости к Белочке. Ой! Шуня, ты Коксика не видела? Нет. Куда же он делся? Только что вместе стояли, и раз, его нет. Ой, какой у тебя воздушный змей! Мне тоже нравится. Мы его с Коксиком сегодня утром доделали. Собрались запускать, а Коксик куда-то пропал. А можно мне с вами? Ну, конечно. Только собирайся побыстрее, а то ветер пропадет. Ой, как здорово! Я никогда в жизни не запускала воздушного змея. А я пока Коксика поищу. Давай, быстрее. И это гораздо интереснее, чем на качелях качаться. Ой, ну что такое? Ну вот, понаставили всякого, не пройти. Зубок, что случилось? Шунь, слушай, ты ведь у нас сегодня дежурная. Да. Понимаешь, я пока бегал, Коксика искал, случайно уронил горшок с геранью Енотыча. Ой, она сломалась? Нет. Но если я буду ее обратно в горшок засовывать, она точно сломается. Шунь, ты посади ее, пожалуйста. И это, землю собери. Ладно, ты же дежурная. Ладно, а как же змей? Ну ты попозже подойдешь, а? А ветер не закончится? Не закончится, наверное. И ладно, я побежал. Ветер еще поймать надо. Цветочки сажать я люблю. Это я быстро сделаю. А вот землю с пола собрать, это сложнее. Сначала подмести, потом тряпочкой пол протереть. Хотя, если постараться, то быстро справлюсь. Шуня, ты зубка не видела? Ой, он тебя искал, а сейчас побежал со змеем ветер ловить. Подождать не мог. Слушай, Шунь, ты же у нас сегодня дежурная. Да, я. Это хорошо, а то, понимаешь, мы с Зубком сегодня змея доделали. Ой, он такой красивый! Получился такой красивый! Да, мне он тоже понравился. Я хотел к нему еще гирлянду привязать из бантиков. Мы ее на елку вешали, помнишь? Помню, конечно. Вот, я полез на чердак за елочными игрушками. Да, коробку-то я достала, она это... Что? Что, вниз упала? И игрушки разбились? Нет, их же тетушка Матильда так упаковала, хоть на Северный полюс вези. Но они все рассыпались, а елочные бусток вообще провались. Теперь весь пол в шариках. Ой-ой-ой. Вот именно, ой-ой-ой, а меня Зубок ждет. Без меня он ветер не поймает, так что, Шунь, ты понимаешь, да? Да я понимаю. Тем более ты сегодня дежурная. Я побежала, спасибо. Я побежал. Пожалуйста! Да, вот это как раз уборка. Уже до самого вечера. Пока все игрушки сложишь, бусинки соберешь. Ладно уж, что поделаешь, раз я сегодня дежурная. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Шунечка. Здравствуйте, тетушка Дарья. Шунь, ты мне можешь объяснить, что у вас сегодня происходит? Сначала Коксик чуть не сбил меня с ног. Потом я чуть не споткнулся об опрокинутый горшок. Вот веточку герани нашла. И везде разбросаны елочные игрушки. Тетушка Дарья, вы не волнуйтесь, все в порядке. Неужели, Шунь? Да. Просто Зубок цветочный горшок опрокинула, а Коксик уронил коробку с елочными игрушками. А я сейчас все быстренько соберу. Ты, Шунь? Ну да.
Ведь я же сегодня дежурная. Ой, здрасте, тетушка Дарья. Там на улице такой ветер, такой ветер. Да-да, мы его сразу раз и поймали. А только вот у змея хвост отвалился. Ага, тетушка Дарья, поможете нам его приделать обратно? А? Друзья мои, здравствуйте, во-первых. А во-вторых, я бы, конечно, с удовольствием, но... Что? Но пока мы с Шуней землю соберем, потом посадить цветок с Шуней, ну и елочные игрушки собрать. А зачем вы, тетушка Дарья, делать это будете? Ну да, ведь сегодня Шуня дежурит. Ой, по-моему, зубок. Мы что-то не то сделали. А что? Что не то-то? Что? Ну вот это вот. Ой, а по-моему, тоже. Шунечка! А? Ты нас прости. Мы, конечно, не должны были тебя здесь одну оставлять, убирать. Ну, да, какая разница, кто сегодня дежурный, а? Главное, ведь мы друзья. А друзья всегда помогают друг другу. Точно. Ой, как здорово. Может, мы сегодня еще успеем воздушного змея запустить? Ну, конечно, успеем. Давайте-ка мы попробуем распределить задание. Да, а я пойду уберу с пола землю из горшка. А я посажу герань Енотыча. Понятно, значит, я соберу игрушки. Ну, не огорчайся, Коксик. Если мы с Зубком раньше закончим, мы тебе поможем. Обязательно поможем. Вот и молодцы. А я попробую все-таки починить вашего воздушного змея. Спасибо, тетушка Дарья. Но сначала давайте попрощаемся с телезрителями. Давайте. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго, дорогие друзья. Ангела-хранителя.